Я с огромным удовольствием представляю вам заключительные бесты замечательной международной выставки с великолепным названием «Симфония белых ночей». Спасибо всем вам за то, что вы выставили эти 4 дня. Вы показали нам замечательных собак. Спасибо нашим замечательным экспертам за то, что они этих собак оценили. Им было очень тяжело. Я хочу сказать отдельное спасибо нашим организаторам. Дорогой, любимый и уважаемый коммунист, спасибо вам огромное за этот 3-дневный праздник. Вы сделали невозможное. Дорогие друзья, я прошу ваши аплодисменты. И мы начинаем наши сложные заключительные конкурсы. Я уверена, все достойны победы, но выставка — это спорт. Мы начинаем с конкурса пар. Судья в ринге — Владимир Шиян, Украина. На ринг приглашается Ньюфаундленд. Уикер. Бассенджер. Так-то миниатюрная волкошерстная. Французский бульдог. Мы просим подготовить участников конкурса питомников. Конкурсом нашего конкурса выступает компания «Жучуй». Это современное проектирование и наиболее современное питание для собак и кошек. Легендным победителем конкурса ПАК становится такса миниатюрная Квадкашовская, номера по каталогу 387-391. И победитель конкурса Ньюфаундленд, номера по каталогу 163-165. Итак, дорогие друзья, следующий наш конкурс. Конкурс названия «Лучший питомник». Судья в ринге — Георгий Баклушин, Россия. На ринг приглашается венгерская выжла, пассенджер, гарантию качества продуктов, произведенного в Европе. Он же это философия здорового питания, гарантирует.
называется питомник «Гюнбергская лыжва». И лучшим питомником становится «Мальвинжи». А мы начинаем следующий конкурс. Конкурс на звание лучшей собаки в первой группе. Судья в ринге Владимир Шиян, Украина. На ринг приглашается немецкая овчарка, австралийская овчарка, бородатый колли, бордер колли, австралийский киллер, колли длинношерстный, американская миниатюрная овчарка, шелти, шиперки. Спонсором первой группы выступает корм First Choice. Это современное, сбалансированное, наиболее функциональное питание для собак и кошек, изготовленное из ингредиентов высшего качества. Резервным победителем становится бордер колли, номер по каталогу 19. И победитель первой группы бородатый колли, номер по каталогу 21. Thank you.
начинаем конкурс на звание лучшего во второй группе. Судья в ринге Олег Васильев, Россия. На ринг приглашается немецкий дог голубого окраса Лемберген, Ньюфаундленд, канадский дог, тибетский мастиф, доберман, ревеншнауцер черного окраса, итальянский каликорсо, бернский зенинхунд, немецкий боксер, русский черный терьер, немецкий дог палевого окраса, кадебо, шнауцер окраса перед солью, сверхшнауцер черного окраса, сверхшнауцер окраса черный с серебром, сверхпинчер. Спонсором нашего конкурса выступает Корм First Choice. Это современное, сбалансированное и наиболее функциональное питание для собак и кошек, изготовленное из ингредиентов высшего качества. На третье место приглашается Леон Бергер, номер по каталогу 149. Резервный победитель, немецкий дог палевого окраса, номер по каталогу 160.
лучшим во второй группе становится Ньюфаундленд, номер по каталогу 163. Судья в ринге Георгий Баклушин, Россия. На ринг приглашается американский скафаршистский терьер, эрдель-терьер, терри-блю-терьер, буль-терьер стандартный, ирландский микрошерстный пшеничный терьер, бизнес-терьер, скафаршистский буль-терьер, бельш-терьер, бордер-терьер, английский той-терьер, скай-терьер, норфолк-терьер, скотч-терьер, норвич-терьер, воскайлинг-уайт-терьер, Джек Рассел Терьер. Спонсором конкурса выступает компания Wolf Choice. Это современное сбалансированное, наиболее функциональное питание для кошек и собак, изготовленное из ингредиентов высшего качества. На третье место приглашаем эрдель-терьер, номер по каталогу 78. Номер по каталогу 291.
лучшая собака третьей группы. Керри Блю Терьер. Номер по каталогу 336. Мы начинаем конкурс на звание лучшего в четвертой группе. Судья в ринге Павел Марголин, Россия. На ринге приглашается такса стандартная гладкошерстная, такса стандартная длинношерстная, такса миниатюрная гладкошерстная, такса миниатюрная длинношерстная, такса миниатюрная жесткошерстная, такса кроличья гладкошерстная, такса кроличья длинношерстная, такса кроличья жесткошерстная. Спонсором конкурса выступает хор. Волонтерское питание важно как для человека, так и для питомца. Поэтому рационный хор разработан с учетом образа жизни питомцев в современном мире. На третье место приглашается такса стандартная гладкошерстная, номер по каталогу 401. Лучшим в четвертой группе становится такса миниатюрная жесткошерстная, номер по каталогу 398. Мы начинаем конкурс на звание лучшего в пятой группе. Вот я в ринге «Златый ягодь» Сербия. На ринг приглашается американская акита. Акита, тайский риджбек, сибирский хаски, норвежский льхун серый, мексиканская голая собака стандартная, черняка дальнецка, пассенджер, немецкий сверхспиц. Спонсором данного конкурса выступает хор «Выгодно быть здоровым». В кармах «Выгодно быть здоровым» сочетается сбалансированный рацион, обеспечивающий энергию полноценной жизни вашего питомца.
этой группы становится норвежский Эльгун Серый, номер по каталогу 462. Конкурс названия «Лучшие собаки» шестой группы. Судья в ринге Олег Васильев, Россия. На ринг приглашается родезийский ришбек, бладхаунд, парселен, баварская горная гончая, биголь, малый вандальский пасынок телефон, пасынкаунд. Спонсором нашего конкурса выступает город Монш. Выбирая Монш, ты получаешь гарантию качества. Монш – это невозможное здорового питания, гарантированный вкус и польза. На третье место приглашается парселен, номер по каталогу 535. Резервным победителем конкурса становится биголь, номер по каталогу 513. В шестой группе становится бладхаунд, номер по каталогу 522.
зачитаем конкурс на звание лучшего в седьмой группе. Судья в ринге Златка Йокич, Сербия. На ринг приглашается Дима Радерсон-Пашорска. Итальянский брак, английский сеттер, немецкий кускар, ирландский красный сеттер, венгерский выждокер Пашорска. Нашего конкурса выступает город Монш. Монш – это философия здорового питания, гарантия вкусности пользы. Все рецептуры разработаны в сотрудничестве с заводчиками, ветеринарными врачами, специалистами в области ветеринарной нутрициологии. На третье место приглашаем ирландский красный сеттер, номер по каталогу 557. Резервным победителем конкурса становится венгерская короткошерстная леговая, номер по каталогу 556. Лучшим в седьмой группе становится английский сеттер, номер по каталогу 46. Начинает конкурс на звание лучшего в восьмой группе. Судья в ринге Владимир Шиян, Украина. На ринг приглашается Golden Retriever,
Примашерский ретривер, лабрадор ретривер, английский спринг-спаниель, голландский кокер-спаниель, американский кокер-спаниель, английский кокер-спаниель. Конкурса нашего, конкурса нашего конкурса является конкурс зооменю. Зооменю органик, уникальный корма из свежего мяса. Зооменю лучшие цены на корма в суперпремиум классе России. На третье место приглашаем Примашерский ретривер номер 1650. Резервным победителем становится английский спрингер-спаниель номер 1580. Лучшая собака восьмой группы – американский кокер-спаниель, номер по каталогу 564. Начинаем конкурс на звание лучшего в девятой группе. Судья в ринге Георгий Баклушин, Россия. На ринг приглашается Пудель стандартный классического окраса, Пудель малый классического окраса, Пудель той, Чилчак Спаниель, малый Брабантон, Папиньон, Моп, Чихуахуа узкошерстный, Чихуахуа длинношерстный, русский той длинношерстный, Луцкий той гладкошерстный.
Спонсором нашего конкурса выступает корм «Зоу-меню». «Зоу-меню» органик, уникальная корма из свежего мяса. «Зоу-меню» – лучшая цена на корма супер-премиум-класса в России. Резервным победителем становится чихуахуа длинношерстный, номер по каталогу 779. Приглашаем собаку породы Уипет, номер по каталогу 822.
Рецептным победителем становится афганская борзая, номер по каталогу 795. Лучшей собакой 10-й группы становится Азавак, номер по каталогу 794. А мы начинаем самый, наверное, трогательный конкурс. Конкурс названия лучшего бэби. Судья в ринге Владимир Шиян, Украина. На ринг приглашается среднеазиатская овчарка. Паден Бэйли Центр. Голден Ретривер. Родезийский Риджбек. Мексиканская голая собака стандартная. Уиллик. Итальянский каникорса, австралийский филлер, бирдингтон-терьер, мопс, китайская хохлатая собака, кавалер кинчан-спаниель, французский бульдог, скотч-терьер, русский той длинношерстный, чихуахуа гладкошерстный, немецкий серж-шпиц. Спонсором данного конкурса выступает корм «Промадюра Лайф». Канадский корма «Промадюра Лайф» предлагает несколько отличных продуктов. Здоровых, вкусных, полезных, питательных. Вдохновленные природой и любовью к животным. «Промадюр Лайф». На третье место приглашаем австралийский хиллер, номер по каталогу 13. Резервным победителем становится среднеазиатская овчарка, номер по каталогу 204. Лучшим бэбиком интернациональной выставки собак всех пород «Симфония белых ночей» становится мопс, номер по каталогу 735.
начинаем следующий конкурс. Конкурс названия «Лучший щенок» нашей выставки. Это будущие чемпионы, и конкурс очень сложный. И судит его на нашей сегодняшней выставке Виктор Лавагин Азербайджан. На ринг приглашается Лян Бергер. Среднеазиатская овчарка. Русский черный терьер. Немецкая овчарка длинношерстная. Английский спрингер спаниель. Сибирский хаски. Австралийская овчарка. Американский стаффордширский терьер. Немецкий боксер. Прямошерстный ретривер. Ламбер спаниель. Чернека делетна. Биголь. Сиба. Малый вандейский басит грифон. Шицу. Сверхпинчер. Вестхален Туайт Терьер. Вельш Корги Пемброк. Папийон. Норвич Терьер. Такса миниатюрная гладкошерстная. Спонсором нашего конкурса выступает Промотюр Лайт. Канадская сети Промотюр Лайт предлагает несколько отличных продуктов. Здоровых, вкусных и полезных, и питательных, вдохновленных природой и любовью к животным. Промотюр Лайт. Малый вандейский басы грифон номер 2532. Визитным победителем становится такса миниатюрная гладкошерстная номер по каталогу 388.
лучшим щенком интернациональной выставки собак всех пород «Сосет FCI Симфония белых ночей» становится Чернега Делетна, номер по каталогу 503. Начинаем следующий конкурс. Конкурс названия «Лучший ветеран нашей выставки». Это очень сложный конкурс, потому что из титулованных собак, к сожалению, у нас всего три места, нужно выбрать лучшего из лучших. И на сегодня этот сложнейший конкурс будет Олег Васильев, Россия. На ринг приглашается итальянский каникорса. Ирландский красносеттер. Пудель большой классического окраса. Бордер колли. Английский спрингер спаниель. Бигль. Пинчел спаниель. Мопс. Американский кокер спаниель. Норвич терьер. Брюссельский грифон. Такса стандартная гладкошерстная. Спонсором конкурса выступает корм «Монш». Выбирая «Монш», вы получаете гарантию качества продуктов из Бирмы в Европе. «Монш» – это философия здорового питания, гарантированная вкусом пользы. Все рецептуры разработаны совместно с заводчиками, ветеринарными врачами и специалистами в области ветеринарной нутрициологии. Призерным победителем становится Норвич Терьер, номер по каталогу 344. Лучший ветеран интернациональной выставки собак «Симфония белых ночей» становится ирландский красный сеттер, номер по каталогу 557.
Итак, дорогие наши друзья, мы подходим практически к финалу. У нас конкурс очень сложный. Выбор лучшего юниора – это всегда очень ответственно. Юниоров много, они все достойные. И это фантастически красивый конкурс. Просто в шоу я пока про это не говорю. Юниоры – очень сложный конкурс. И этот сложный конкурс сегодня у нас судит замечательный эксперт Виктор Лобакин, Азербайджан. Юниоры, проходим по группам. Первая группа – австралийская овчарка, Колли длинношерстный. И сразу же вторая группа – немецкий дог палевого окраса, русский черный терьер, тибетский мастиф, леонбергер, итальянский кани корсо, доберман, сир Пинчер. Предварительный отбор. Я вижу много зрителей. Поддержите наших юниоров. У них действительно очень большая конкуренция. Итак, третья и четвертая группа. Дезертон терьер. Фарширский бультерьер. Бультерьер миниатюрный. Новый карьер, такса миниатюрная, жесткошерстная. Пятая, шестая, седьмая, пожалуйста, приготовиться. Восьмая, девятая, собираемся у ринга. Юниоры, готовность номер один. Итак, внимание. Американская акита, акита, мексиканская голая стандартная, тайский резец, пассаджи, сива, немецкий сверхпи. Итак, дорогие друзья, окончательный выбор лучшего юниора выставки. Судья в ринге
Виктор Лавадин Азербайджан. На рынок приглашается. Немецкий кинок Калина Армяса. Задерман. Мексиканский Камсей Голый Мамага Стандарта. Австралийская Амчерка. Уйтик. Голландский Готрик Триэль. Сафаржистский Бультерьер. Башенко. Башенхаун. Кирпен Триэль. Дальше. Миниатюрная Желтошовская. Спонсором конкурса выступает хор «Гранатюр Лайф». Канадский сухий кармак «Гранатюр Лайф» предлагает несколько отличных продуктов, здоровых, вкусных, полезных и питательных, вдохновленных природой и любых животных. «Гранатюр Лайф». На третье место приглашаем, чтобы отпустить бультерьер. Лучшим юниором становится Басинджи, номер по каталогу 432. Победители групп, мы просим вас собраться у входа в смотровой ринг. Победители групп. Мы практически подошли.
подошли к финалу. У нас остался не менее сложный конкурс. Я не знаю, как это оценивать, потому что «Гордость России» – конкурс очень сложный. Российские собаки, все достойные. Олег Николаевич, я не знаю, как вы будете делать. Судья в ринге. Олег Васильев, «Гордость России». На ринг приглашается восточноевропейская овчарка, русский черный терьер, русский той длинношерный, русский той густошерстный. Спонсором конкурса выступает корм «Пронатюр Лайф». Канадские сухие корма «Пронатюр Лайф» предлагают несколько отличных продуктов. Здоровых, вкусных, полезных и питательных. Вдохновленной природой и любовью к животным. «Пронатюр Лайф». Резервным победителем становится русский черный терьер, номер по каталогу 187. Ну что ж, дорогие друзья, мы подошли к заключительному конкурсу нашей замечательной выставки «Симфония белых ночей». И перед началом заключительного конкурса нас мало, но мы с вами можем поаплодировать красиво. Давайте скажем спасибо нашим экспертам. Они, правда, им было очень сложно. Были замечательные собаки, их было очень много, но они выбрали, к сожалению, ну, наверное, или, к счастью, лучших из лучших. Это их мнение, мы его уважаем. Просто аплодисменты нашим судьям, которые 4 дня старались. Златко Йочек, Сербия. Виктор Лобакин, Азербайджан. Владимир Шиян, Украина. Дорогие друзья, у нас была замечательная женщина в нашем составе, к сожалению, она уехала, у нее поезд. Давайте поаплодируем ей заочно. Галина Жук, Белоруссия. Павел Варголин, Россия. Я, наверное, даже не должна представлять тех судей, они просто могут встать, но я их представлю с огромным удовольствием. Георгий Баклушин, Россия. Алексей Белкин, Россия. Олег Васильев, Россия.
начинаем заключительный конкурс нашей, я не знаю, как сказать, очень сложной выставки. Четвертый день, чем тяжело. Эксперт, который выберет лучшую собаку выставки «Симфония белых ночей», Алексей Алберткин, Россия! На ринг приглашается победитель первой группы «Бородатый колли». Победитель второй группы «Ньюфаундленд». Победитель третьей группы «Терри Блютерьер». Победитель четвертой группы «Такса миниатюрная жидкошерстная». Победитель пятой группы «Норвежский льхун серый». Победитель шестой группы «Бладхаунд». Победитель седьмой группы «Англис Десеттер». Победитель восьмой группы «Американский кокер спаниель». Победитель девятой группы «Пудель Той». Победитель десятой группы «Азавак». Спонсором конкурса выступает корм First Choice. Это современное сбалансированное и наиболее функциональное питание для кошек и собак, изготовленное из ингредиентов высшего качества.
друзья, мы просим всех президентов на здание Олимпийского комитета пробежаться по рингу под ваши бурные аплодисменты, все достойны. Но выбор эксперта – это выбор эксперта. Дорогие наши эксперты, которые вы с нами работали все 4 дня, вы очень устали. Я прошу вас сделать еще одно усилие. Пройдите, пожалуйста, к баннеру и поздравьте лучших собак в нашей сегодняшней выставке. 4-дневный марафон для собак тоже очень тяжело. Дорогие друзья, и давайте еще раз поаплодируем. Златка Йойчик, Сербия. Виктор Лобакин, Азербайджан. Владимир Шиян, Украина. Георгий Баклушин, Россия. Олег Васильев, Россия. Павел Барголин, Россия. Эксперт нашего сегодняшнего заключительного теста Алексей Белкин, Россия. Дорогие друзья, а теперь решение. Третье призовое место в нашей сегодняшней заключительной международной выставке «Симфония белых ночей» занимает победитель 4-й группы «Такса миниатюрная жестошерстная». Резервным победителем нашей сегодняшней выставки «Симфония белых ночей» становится победитель 1-й группы «Барона Пиколли». Наконец, наверное, самый стойкий участник, который был все 4 дня. И он достоин того, чтобы быть лучшей собакой выставки сегодняшнего дня. Победитель 8-й группы. Американский кокер-спаниель. Круг почета, пожалуйста, под ваши бурные аплодисменты. Спасибо вам всем огромное за вашу стойкость, за то, что вы были с нами все 4 дня. Спасибо вам за все. Мы ждем вас в следующий раз на наших фантастических таксибах. Я надеюсь, что вам все понравилось.